Так, ну стартанул очень серьезный джипер. Из города побратима Киева, Прилуг. Зеленые человечки, в простонародье называемые. О, нормальный экшен. Нормально, нормально. Если бы окно было поднято, ему бы не за что держаться. Так он за дверь держится, все хорошо. Блин, так вертикально еще никто не заезжал. Да я тебе говорю, это зеленые человечики, блин. Он только забыл свою зеленую футболку дома, маскируется под наших, понял? Бакал, а что, где ты взял эту веревку? Где? В Олимпийце купил. Вяжет там вязальная машина. В Олимпийце. Посмотри, крючок такой, как это. Смотри. Как на швейной машине. У тебя за это, за бампер зацепилось. Не ты трогай, блядь, ты еще дисквалификация будет. Не помогай. Бородач, что ты делаешь? Вдруг Бородач, не забей. Так он же за тебя переживает. Нафиг конкуренция нам лишняя. Не дебили тогда. Деляш. Спарта, блядь. Помоги тогда ему еще что-нибудь. Мотай быстрее. Игоречек, я тебя верю, Игоречек. Нам нужен экшен, Игоречек. Второй заход сделай чуть бодрее, зайди. Тоже Меркурий, следи. Давай, колесиками по чуть-чуть. Помогай по чуть-чуть. Там у него лапы. Он. Руль правее. Руль правее чуть-чуть. Руль ровно. С лебедкой одновременно. Руль пониже, ну давай, руль ровно. Уже не перевернешься, давай. Можно дверь не держаться. Да пусть держится. Иди за зеркало лучше. Не-не-не, медленнее. Да нормально идет, давай, Леню надо обогнать. Ехал. Вот так, да. Давай, вылазь. Давай. А что за колеса он надел? Шо, где он их взял вообще? От Волги. От Волги, да? 31-10? Да давай, помогай. Волны. Давай, коксу, вылазь. Ты посмотри, он вылазит. Давай, быстрее. Да это маньяк, я тебе говорю. Это там постарайся ходом зайти возле шишини. Тогда все. Справа, Игоречек, справа там есть место. Не, Игорек, выйди, покури, отдохни, ну что ты вот это там, кашлычка съешь. Давай. Так, выехал, красиво. Салон. Так, ну этого маньяка, кто смотрит наш канал, и не только наш, те все его знают, это... Серьезный маньяк. С кем там разговариваешь? Да с кем? Сам с собой. Бородач спрашивает, с кем я разговариваю. А тут точно никого еще нет. А я уже разговариваю. Красиво идет. Сейчас будет пробовать ходом. Ну, если сделает, как я ему посоветовал, то выйдет. Да. Не послушал, а я ему говорил, что право надо, там накопано слева уже. Стой! Ленту сними быстро. Игорь, справа надо потрогать, что там, справа что? Накопано, справа может не там ровненько. Пошли штурмана вправо. Право. Право посмотреть надо. Ё-моё, вот это, бляха. О, короткая база. Сейчас выйдет, смотри. Эх, чуть-чуть. Не, чуть-чуть назад и вперед. Чуть-чуть назад. Стой. Не получилось. Блин, только последний. Ну, подпрыгнул хорошо. Такая экшен какой зато. Подтянулись хорошо. Да, лапландеры тут стоят. Все блокировочки, все. КЗ. В общем, один из лучших вариантов внедорожника. Басит
четко. Пошел на финиш. Так, у вас Андрюха по прямой. Что, сломал? Только что? Звони в Ижевск, что пока все равно он пока тащит трос, можешь позвонить. Не рви. Не работает? Получается, это колесо уперлось у тебя левое, а то вниз. Нет, по-моему, правое заднее. Грибо говорит, сломал правый задний. Ну, да. Там уже и нет. Вообще правый задний ни на что не влияет, можешь ехать. Колесами давай сильнее. Хорош, хорош, хорош. Хорош, по чуть-чуть. У меня блокировка есть, да? Ты прикинь, как он машину чувствует, услышал, где сломал даже. Его заводы это чувствуют. Чувствительные люди, да? Да, это бородачи, это страшные, конечно. А можешь пропеть фразу «Тревога, тревога, волк унес зайчат», Пашенька? Да не, мне для ТикТока. Уверенно идет. Слышно, да? А, есть, да, сцепление. Да. Так, пошел. Да, минус правый задний грибок. Три ведущих осталось. Сзади блокировка есть, но не легче от этого. Ух, как дубасит.
очень маньяк жесткий. Мотор, коробка, раздатка Nissan Patrol. Тут только лебедится. Андрюха, хорош, выматывай. Смотри, что делают. Сейчас подтянется и выйдет. Сзади полуось сломана, да, справа. Что, не крутится, да? Да и бог обломало. Может, да, где-то уперлась там. Так, ну как тут Андрюха выйдет. Спущен хорошо. Интересная трасса такая. Пилот очень жестко. Шел штурман. Ух, как идут. Я успел камеру включить, чувак. Посмотри, на какой скорости идет. Красиво. Потери времени нет вообще. Лебедка очень приличная. Четко и быстро. Опыт есть. Да. Едет хорошо машина. Даже не тратят время. Сразу цепляются.
Ни одной ошибки, все. Очень четко идут. Красиво. Ух, как быстро!